Пахмурное надворье раніцай у неделю ледь не перешкодило святочным планам. Организаторы хвалявались, что гостей на свято сберется не шмат. Але как раз о поудне перед стартом фестивалю хмары покинули небо, и уже до самого конца дня с его не сыходило солнце. Як и усмешки, что не покидали в устных гамельчан, якія пришли на уникальное свято. Причем многие доведались об ним и дякуючи журналистам нашей телерадиокомпании. Привели сюда людей, приглашали столь активно с вашей помощью, для того, чтобы познакомить гамельчан с заведениями, которые у нас есть, с той вкусной едой, которую готовят наши заведения. А ведь многие из них открылись буквально в последний год, ну или два года. И сделать эту площадку, этот фестиваль платформой для того, чтобы знакомить гамельчан не только с новыми заведениями, но и с новым форматом отдыха. Поэтому здесь столько зон отдыха, столько различных активностей для каждого возраста, для каждой группы населения, для каждого поколения. На самой справе такого масштабного мероприемства, не связанного с традиционными святочными датами, у нашем календаре город еще не бачил. Высветлилось, что сярод гамельчан вельми шмат прихильников худкой ежи. Кажут, что это танно и смачно. И, зрозумело, экономить час. Увогуле понятие уличной ежи зародилось еще в старожитном Риме, але тады ей харчавались пераважно небогатые люди. Зараз же стритфуд – это культурная отметность любой краины. Гастрономичный туризм – один из самых популярных видов отпочинку. Пробовать нечто отметное, характерное только для пэўнага региона, великое задовольнение. Это добро разумеют и у администрации центрального района Гомеля, тому с энтузиазмом допомагали у вас убить у жыццё грандиозную программу гомельского гастрофестивалю. Центральный район, он находится в центральной части города Гомеля, и на нем лежит особая ответственность привлечения туристов, жителей города, чтобы они провели свой досуг очень плодотворно, интересно, позитивно. По статистике, каждый третий жихар планеты, что день харчуется уличной ежей. Худкий темп життя диктує свои правила. Тому стритфуд набирает популярность во всем свете. А коли людям пропоновать не только комплексную ежу, але и комплексный отпочинок, занять, адуковать, порадовать доброй музыкой. Организаторы марят, что такие святы можно будет зарабить регулярными. И глядячи на задоволенных гостей свята, можно не сомневаться, что так и будет. Нам очень понравилось. Мы пришли сюда с детьми, отдыхаем. Весело. Впечатления очень хорошие. Нам очень нравится. Много людей, приятно. Любим вкусную еду. Любим большое скопление людей хороших. В интернете увидели статью, что сегодня вот проходит, решили посмотреть. Много людей очень радуют, что в Гомеле, ну, не безразличные, приходят и смотрят что-то новое, что-то интересное. Марина Джалая, Олеся Рудянкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».